Привет, друзья! Буквально на днях с одним из моих учеников мы вспоминали фильмы 20 века, а именно французские фильмы и в частности фильм «Игрушка», потому что в нем присутствует очень симпатичная музыкальная тема. А так как для меня составление и написание аранжировок для гитары приносит большую радость и удовольствие, я решил на эту музыку сделать переложение для гитары в простой тональности ля минор и постарался, чтобы эта аранжировка была несложной. Хочу сейчас предложить ее вашему вниманию. Приятного прослушивания!